На ближайшие 10 дней под Тольятти расположился «Наноград». Межрегиональный образовательный форум проходит в Самарской области во второй раз. 170 талантливых школьников предпочли провести остаток каникул с пользой для себя и науки. В программе разбор бизнес-процессов реальных предприятий, занятия по робототехнике, творческие мастерские. А тех, кто любит учиться и в свободное от учебы время, Нина Ванина. Если в прошлом году на образовательный форум под Тольятти брали всех желающих, то в этом строгий отбор. Уж очень много этих самых желающих, представившие портфолио и доказавшие, что их знания выходят далеко за рамки школьной программы. 170 одаренных школьников из 8 регионов страны строят «Наукоград». Этакую модель государства, где все держится на тесной связи науки и производства. Есть такая технология «Форсайт». «Форсайт» – технология моделирования и программирования будущего. И я собираюсь со своим мастером, с Антоном Волконским, профессором, кандидатом экономических наук, провести «Форсайт»-сессию и предсказать экономическое состояние России на ближайшие 5 лет. Помимо семинаров, мастер-классов, мозговых штурмов по актуальным научным проблемам, победителям олимпиад и конкурсов предложат решить производственные задачи реальных компаний Самарского региона. Подобный способ, максимально приближенный к сегодняшним условиям экономики, заимствовали у бизнес-школы «Роснано». Сама эта технология, она обязательно поможет определиться с выбором профессии, обязательно их сделает лидерами, обязательно научит работать в команде, ну и, соответственно, презентовать свой продукт. Школьники предлагают самые эффективные решения в области логистики, информационных обеспечений бизнес-процессов и даже решают технологические задачи, которые не под силом решить специалистам вузов. Мы очень ждем, что те иногородние участники, которые были здесь сейчас, может быть, станут нашими студентами. Кстати, гостями форума за эти 10 дней станут представители и вузов, и предприятий региона. Поэтому участие в форуме может сыграть школьникам на долгосрочную перспективу. Нина Ванина, Сергей Павлов, Новости губернии, Тольятти.